Доброе утро. Ко мне приехали мои любимые диффузоры. Я, кстати, закончился мой любимый бергамот, и, к сожалению, его не было в наличии. Первый аромат – это слива и кедровое дерево. Вот такие лаконичные баночки. В дорогих отелях так пахнет. Немножко как будто восточный из-за дерева. Вот так выглядит цветение имбиря. О, боже! В Лондоне есть один мой любимый отель, и я никак не могу понять, чем у них пахнет. Оказывается, так пахнет имбирь. Этот точно отправляется к нам сейчас в гостиную. И третий аромат – мелисса лимон. Такой свежий, кислый аромат. Очень необычный, но он такой бодрящий. А еще было очень приятно, что в посылке лежала маска и антисептик в подарок. Так, следующую книжку, которую я решила начать, это «Музыкальная гамма и схема эволюции» от Макса Генделя. Я знаю, что супер неожиданный выбор для многих будет, и не попсовый, но простите, мне сейчас это очень нужно и очень интересно. А вообще у меня здесь как бы выбор большой, выбор есть, и я вот думаю, какие книжки еще я могу для вас разыграть. Анастасия мне давала вот такую классную книжку «100 вещей идеального гардероба», и я сейчас быстренько ее еще раз для себя просматриваю, потому что она уже просила ее обратно, но я себе, скорее всего, обязательно ее закажу. Очень крутая книжка, советую сильно. Новая рубрика «Песня дня». Новая премьера у Дианы Глостер. Вот здесь с вами. Так полюбила этот свитшот из Бершки. Вот каждый раз, когда мне надо выскочить куда-то или там в супермаркет съездить, его натягиваю, джинсы из Pull & Bear, и все, я готова. И хотела вам еще показать. Я целый год не надевала эту сережку. Мне ее год назад подарили. Сова. Украинский бренд. Смотрите, как она круто смотрится. Это моносерьга. А с другой стороны, я тоже надела сережки от Сова. Но вот такой гвоздичек прикольный. А еще после наших прямых эфиров с LVMH пришли мне подарочки. Здесь вот такая умывалочка, маска, про которую мы говорили, от Guerlain Serum. И, конечно же, мой любимый компактный крем, который у меня уже почти закончился. Вот сейчас я вам покажу. Вот так он выглядит изначально. У него потрясающий аромат и подмейк просто идеально, как база. Вот. А эти продукты еще не пробовала, буду тестить. Загружаю сейчас видео на YouTube, через часик это будет в 15:00. Это будет видео про 5 привычек, которые изменят твою жизнь. И я ручаюсь, что вы там услышите привычки, которые, возможно, вы никогда раньше ни у кого не слышали, не видели, но которые действительно влияют на вашу продуктивность, на ваше развитие. Говоря о развитии, еще хочу вам порекомендовать курс по пиару от Владика. Я обожаю Владика и то, что он делает, потому что он выстроил свое рекламное агентство абсолютно нового уровня и формата для Украины, и они сейчас сделали курс, где рассказывают все абсолютно о пиаре, поэтому если вы хотите этим заниматься, или если у вас есть бренд или продукт, который вам нужно продвигать. Видео про 5 привычек, которые изменили мою жизнь, куда же без стерилизации рук. Мое мышление работает несколько иначе. Может быть, странно будет об этом говорить, может, меня не все поймут. Достаточно банально, да, но я стала по-другому чувствовать время. Покидала, сняла, кинула и ушла. Ну, давай. Итак, с обычным нормальным днем тебя. С обычным нормальным днем тебя. Карантинным. С обычным хорошим днем, моя Диша. Спасибо. С обычным нормальным днем тебя. Мама привезла, короче, меня домой к себе. Спекла пирог прямо у меня на глазах за 30 минут. И, собственно, все. Самый главный вопрос у мамы какой? Какой? Почему сегодня не ела? Почему? Да. Куда я? Да, спасибо, мамусь. Боже, как это пахнет потрясающе. Рецепты у мамы ищите. Я вообще в этом не шарю. Дай маме телефон и не бери без дозволу.
Слушай, мама Іри, моя Іра молодець, вона вже зробила, все зробила, поставте їй 5, бо вона все зробила вже. Чітко, Іра, віддай мамі телефон і не бери без дозволу. Вернулась домой, а здесь такой аромат стоит, все-таки вот этот цветущий имбирь. Это нечто, дамочки. На самом деле, так классно, что подобное притягивает подобное. И как только я получу что-то про ароматы, у вас всегда такой отклик. Меня радует, что я могу сотрудничать вот с такими классными брендами. Они предоставили, кстати, мне промокод Gloster, который вы можете использовать как на сайте, так и у них в директе. И вам к любому заказу с бесплатной доставкой новой почтой придет еще 5 пробников аромата. Вообще, мы хотим подарить вам аромат на выбор любой. И все, что нужно сделать, чтобы его выиграть, это подписаться на меня и на Эссе, собственно, и пролайкать нам 2 последних поста. Все, больше ничего делать не надо, и уже через сутки мы определим... Знаете, это ощущение, когда ушел из дома в апокалипсис, а вернулся, и здесь аж пахнет чистотой, и ты так смотришь и думаешь, вот я идеально сейчас буду смотреться на этом диванчике и просто буду дышать. Объясните мне, почему сегодня, в 21 веке, в такое время супер-диджитал, все модненькие трендики знают, бренды не пишут цены под постами. Я вот, ей-богу, если даже очень сильно хочу вещь, выхожу с таких брендов.